Святой источник. Сюда люди приходят для того, чтобы умыться этой водой и очистить свою душу. Ну, балийцы, как и индусы, верят в карму. If we do that bad thing, like God will stamp in our soul, it's like a black stamp. And then, if you like to clean that one, If you do something bad, God will be. Also, if the good thing is maybe the other stamp, Good stamp is okay. Yeah. But only for bad. Mm. В общем, если человек что-то делает, они так верят, да, что если человек делает что-то плохое, Бог ставит на твоей душе такой штамп, что ты сделал плохо. И чтобы очиститься вот от этих штампов, грубо говоря, да, от своих грехов, ты должен прийти вот в такой священной воде и умыться. Субтитры сделал DimaTorzok